суть хорошего настроения в том, что можно назвать внутренней свободой. Вот что такое внутренняя свобода? Значит, ну, если вы тревожитесь, то вы думаете про будущее, и вы уже не свободны, потому что образ этого будущего поставил вас в какое-то замкнутое состояние, такое как бы защищаться нужно. Если вы находитесь в там, состоянии конфликта с кем-то, какого-то напряженного взаимодействия с кем-то там, и так далее, вы не свободны, потому что вы вынуждены играть какие-то роли, надевать на себя какие-то латы там, и так далее. Если вы не чувствуете то, что жизнь вам принадлежит, и вам кажется, что вас растаскивают на тысячи кусочков, и, к сожалению, очень многие терпилы и ответственные люди так на себя все взгромоздят, значит, и вот там вот такими осликами, значит, чпок-чпок-чпок движутся. Вот, это не внутренняя свобода. Вы отягощены этими обязательствами, этим ощущением, что вы кому-то что-то должны, да, или вы, ну, и так далее. И это все не внутренняя свобода. Как только у вас возникает ощущение, что вы свободны, что вы не боитесь будущего, и вы как бы вполне себя хорошо чувствуете, что с другими людьми у вас есть отношения, но это отношения, которые вами выбраны, потому что вы решили, для вас это важно, для вас это ценно там, и так далее. Это внутренняя свобода. И если вы ощущаете эту внутреннюю свободу, вы будете в хорошем настроении. А в противном случае хорошее настроение нам заказано. Мы можем как бы делать всякие разные практики, техники там, и так далее. Но как только мы не освободим себя от какой-то, от какого-то давления, которое на самом деле внутри же нашей собственной головы и производится, как, если мы не освободим себя от этого, мы не сможем по-настоящему чувствовать себя счастливыми, радостными людьми. Вот такие дела.